В последнее время в обороте все чаще обнаруживаются поддельные полисы ОСАГО. Только в прошлом году в Ленинске-Кузнецком было изъято 13 таких документов. Часть из них всплывает во время ДТП. Часть сотрудники ГИБДД выявляют во время профилактических мероприятий. И далеко не всегда владелец фальшивки знает о том, что его полис – никчемная бумажка. Что грозит автовладельцам, который использует поддельный полис ОСАГО? Ну, во-первых, грозит тем, что он может привлечен быть не только к административной ответственности, но также к уголовной. Это статья 327, использование, изготовление и подделка официального документа, то есть полиса ОСАГО. А также статья 159, это мошенничество. Максимальное наказание по данным статьям – это 2 года лишения свободы. На руку мошенникам и тот факт, что с 2017 года у автовладельцев появилась возможность оформлять электронные полисы. Поэтому водителям не нужно забывать, что полный и правдивый перечень страховых компаний, у которых можно приобрести электронные полисы, размещен на сайте Российского союза автостраховщиков. Основные признаки, указывающие на то, что полис ОСАГО является поддельным, это продажа на улице или доставка до дома через интернет. И не только. Заниженная стоимость данных полисов, которую автовладелец должен оплатить страхователю, это варьируется в большинстве случаев от 1000 до 2000 рублей, что не соответствует страховой премии, указанной в полисе. Но попасть на удочку мошенников можно не только в интернете. На днях в Междуреченске задержали предпринимательницу, которая продавала полисы ОСАГО обманным путем. Как выяснилось, свои бланки полисов страховой агент приобрела через интернет по 500 рублей за штуку, а затем, заполнив их, продавала автовладельцам за 10 тысяч рублей. Причем внешняя подделка ничем не отличалась от настоящих полисов. Они обращали свое внимание при оформлении полиса, то есть чтобы были подписи в договоре страхования. То есть, соответственно, выдавали все квитанции, потому что он также может быть стать жертвой мошенников, то есть не получить ту выплату, которая ему положена в случае ДТП. Если вы сомневаетесь в подлинности предлагаемого вам полиса или лица, предлагающие приобрести вам полис ОСАГО, вызывают у вас подозрения, сообщите об этом в межмуниципальный отдел МВД России Ленинск-Кузнецкий по телефонам 30181 541 71, либо по телефону 02.